Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Сая мангаджарбаха саруси со своей динган методологии энди сусунули ба пасунарио соен хади. Методологиня ба пасунарио соен хади дигунаган далам курсус баха саруси дипусат ориентаси Русия Индонезия. Пурим. Кита аган мумбахас хари ини нама-нама булан далам баха саруси. Номинатив дулу, я? Далам казуш номинатив дулу. Карна и ту дасар, я? Дасар. Nama bulan berjenis kelamin laki-laki semua. Diakhiri dengan tanda pelemah. Tanda pelemah melemaskan huruf konsonan yang sebelumnya. Karena itu di sini sangat penting pengucapannya ya, pronunciation. Sangat penting pengucapan. Karena saya sudah cek ya, ada nama bulan yang ditulis dengan huruf Latin. Tapi itu jauh dari pronunciation bahasa Rusia. Coba dengar ya, Januari, Januari. Penekanannya di sini karena itu ya pengucapannya y. Januari, bukan r, bukan Januar. No, it's not correct ya. Januari, Februari, Февраль, l. Я di sini ada tanda pelemah yang melemaskan huruf L. Февраль. Maret. Март. Апрель. Април. Апрель. Мэй. Май. Дюни. Июнь. Ya? Setelah N ada tanda pelemah. Tanda pelemah melemaskan huruf N. Ya? Июнь. Terus Juli. Июль. Июль, августус, август, септембр, сентябрь, октябрь, октябрь, я о дебача а карна понаканамня десени под охруф я, октябрь, я помучапанья пентынь, октябрь, новембр, ноябрь, dan Desember, Dekabr. Kalau nominatif, kalimat dalam nominatif ada ya, seperti ini. Sekarang ada bulan November ya. Сейчас ноябрь. Dan November, ya November, ноябрь, tulis dengan huruf kecil ya, tidak huruf kapital seperti bahasa Indonesia, tidak ya lain. Bahasa Rusia kita menulis nama hari dan nama bulan dengan huruf kecil, tidak kapital, ya bukan. Tak, di sini ada contoh past tense waktu lampau. Ada contohnya ini. Saya lahir pada bulan Januari. Kalau kita menggunakan kata depan pada, ya sebelum nama bulan, itu kasus preposisi. Pada itu V, ya, V. Juga ada pada V, kata depan V, tapi termasuk kasus lain, termasuk dalam kasus akusatif. Yang kita belajar tentang hari, hari Minggu, ya. Sekarang, nama-nama bulan. Saya lahir pada bulan Januari. Kalau laki-laki katakan, kalau saya adalah adalah laki-laki, ya. Saya katakan apa? Я родился в январе. Я родился в январе. Диакхири динган хуруф е, я. Трус, калау сая адалах перемпуан. Сая билан. Я родилась в январе. Родился, родилась. Лахир, я. Ката кырджа рефлексив. Пастенс. Калау лаки-лаки, я родился в феврале. Калау прумпуан, я родилась в феврале. О, в январе. Ма, в десени, в январе, я. В феврале, ту, шудах, в феврале. Трус, калау сая, сакан сая менгунакан прумпуан, я, карна сая адалах прумпуан. Сая лахир пада булан феврале, я, сакан. Я родилась в феврале. Сая лахир пада булан марат. Я родилась в марте. Сайлахир пада булан апрел. Я родилась в апреле.
Я родилась в мае. Я родилась в июне. Я родилась в июле. Я родилась в августе. Я родилась в сентябре. Я родилась в октябре. Я родилась в ноябре. Я родилась в декабре. Я в декабре. Калау лаки лаки, я. Лаки лаки билан, я. Калау сая далах лаки лаки. Сая билан тентан дири сендири, я. I was born, бла-бла-бла, я. Сая лахир пада булан януари. Я родился в январе. Я родился в феврале. Я родился в марте. Я родился в апреле. Я родился в мае. Я родился в июне. Я родился в июле. Я родился в августе. Я родился в сентябре. Я родился в октябре. Я родился в ноябре. Я родился в декабре. Анда бисамлихат диманапун ди ката нама булан ди акхири динган хуруф е, я? Хуруф е, 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 е. Трус, ада паратуран, я? Янка симпулан я паратуран. Танда палымах диганти динган хуруф е, я? Танда палымах, ян дисини, номинатив, я? Январь, февраль, дан лайн-лайн. Танда палымах диганти динган хуруф е. Setelah huruf konsonan, tambah huruf Y. Seperti ini. Март, tambah huruf Y. Марте, ya, pada bulan Maret. В марте. Atau, Агустус, август, pada bulan Агустус, в августе. Terus, huruf I diganti dengan huruf Y. Ya, ada contoh. Май, ya, Mei, bulan Mei. Май, Май. Kalau pada bulan Mei, v maye. Silahkan Anda bisa catat pelajaran ini. Bisa catat pelajaran ini. Di sini saya kasih tahu ya pakai huruf Latin pengucapannya. Tapi jangan lupa, di sini ada tanda pelemah yang melemaskan huruf konsonan. Melemaskan huruf konsonan. Ya, jadi январь, апрель, июнь, июль, ya? Kita harus latihan ya, latihan pengucapannya. Sudah pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silakan tekan tanda tombol subscribe. Terima kasih. Спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai jumpa atau sampai ketemu lagi. До свидания.